говорил, пусть сейчас стреляет только в голову мне, и дальше не будет никакого спасения. Ребята, будете применять физическую силу и специальные средства. Прохожих и представителей средств массовой информации просим отойти в сторону на безопасность. Уважаемые граждане, в обстоятельстве сделочек законодательством Республики Беларусь проводить лицензии по отказности в обстоятельстве сделочек законодательством Республики Беларусь. А люди знают, что надо сюда идти? Знают. А то опять нихуя не будет, как будет. Алло, давай! Извините, пожалуйста. Зараз мы штурмуем Карамовую группу и проведем Карамову с Владом. Закон проведения полдольных свободных выборов без Лукашенко. Почекаем, покуль подойдут остальные кандидаты. Лукашенко набрал около 37%. Это другой тур, по-любому. Тому другой тур, потребуем другой тур. Взял же беди. Ребята, отойдите пару шагов назад. Граждане Республики Беларусь! Являешься отдельной границей! Улады Украины постановляем признать выборы 19 снежня незаправдными! Особенно со шматликими порушениями выборного законодательства и фальсификацией волевыявления белорусского народа. Лечить, что президент Республики Беларусь у данный час не обраны. Потребовать проведения новых выборов президента Республики Беларусь без удела у них Лукашенко. Потребовать представления живого телевизионного эфира для информования граждан про факты порушений тягом выборной кампании. Это наше телебачение, и мы имеем право сказать правду людям, и використовывающим его. Живи, Беларусь! Сейчас
Ты показывай людей, иди сюда. Пеши туда! Живе Беларусь! Живе Беларусь! Заяви, что никакого честного подсчета голосов просто-напросто не бывает в один день. Это было сделано для того, чтобы параллельно проводили на участке 8%, не больше 35 по регионам. Поэтому второй тур, либо он не президент, а узурпатор власти. От нас зависит, как будет развиваться дальше Беларусь. Че? Лукашенко? Нет!